Всем привет! С вами Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online и видеооператор мой муж, который мне помогает снимать ролики. Ага. Итак, сейчас на мне будут платьишки из новой коллекции «Дыхание лета», новинки каталога номер 8. Все это практически натуральное. Будем с вами смотреть, будем с вами примерять. Я ношу 48 размер, и, если честно, очень много вещей меня еще дополнительно увеличивают. Поэтому мы сейчас с вами будем смотреть. Итак, на мне сейчас блузка с укороченным рукавом для женщины. Цвет светло-розовый, размер 48, состав 100% вискоза. Отличная блузочка. Легкая, мягкая, да, то есть тут такие вот висюльки, помпончики, можно завязать, развязать, все здорово сидит, но мне как-то вот, по-моему, она не идет. Напишите мне, пожалуйста, ваше мнение. Сейчас на мне трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины, цвет белый, размер 48, состав 100% вискоза, артикул 198-843. Классный свитерок, оставляю его себе, великолепно, да, даже вот когда нагибаюсь, он полностью облегает меня и не дает груди выпасть, да, то есть все красиво, классно, можно носить как бы вот таким образом, можно немножко приподнять, чтобы оно было посвободнее, мне нравится на лето, самое-самое, то единственное, что нужно белое нижнее белье и все. А сейчас на мне босоножки женские, цвет бежевый, размер 38, артикул 884-394, состав у них верх искусственная кожа, подкладка тоже искусственная кожа, стелька искусственная кожа, подошва тунит. Ну, могу сказать, что они идут размер в размер, отличнейшие, они меня нигде не давят, они очень легкие, и каждое лето я покупаю себе 2-3 пары вот именно таких вот босоножек, которые подходят и к юбке, и к шортам, и к джинсам, и к белым, и к черным, и ко всяким. Просто великолепно, да, то есть, как вы видите, тут идет ремешок, ремешок с резиночкой. Ну, просто все великолепно, да, подошва вот такая вот. Гнется хорошо, очень они такие эластичные, классные, да, то есть я даже могу вот так, да, их снять и одеть заново, классные. Сейчас на мне босоножки женские, цвет золотой, размер 38, артикул 88-380, состав идентичный предыдущим, отличные, тоже мне очень понравились, и я еще вот знаете вам что не сказала, тут не надо вот застегивать, расстегивать вот в этом месте, да, они, во-первых, вот таким вот образом расстегиваются, и самый главный их секрет в том, что их очень легко снимать, но при ходьбе они с пятки ни за что у вас не спадут, и никогда, то есть вообще здорово, да, то есть один раз отрегулировал ремешок, тут 5 вот, да, вот этих вот 5 дырочек, и как вам удобно, так вы и будете носить, тоже ко всему подойдут. Тоже симпатичная. Сейчас на мне босоножки женские. Цвет черный, размер 38. Артикул 884-423. Верх текстиль, то есть это тканевый верх. Подкладка искусственная кожа, стелька искусственная кожа, подошва резина. Что хочу сказать. Отличные, классные, но не такие практичные, как бы мне хотелось. Потому что мне кажется, что по песочному пляжу в них не прогуляешься. В них гулять только там, где есть асфальт. Вот это 100%. Все остальное здорово. Еще что меня не устраивает, то что подошва плохо разработана и плохо сгибается вот эта вот линия. И, как вы видите, ремешок натягивается, впивается в ногу при ходьбе. То есть, когда я иду, я сгибаю ногу, и ремешок, вот как вы видите, катается. Но они до такой степени удобные, мягкие, до такой степени в них комфортно ноге, что просто, просто не описать. Сейчас у меня в руках юбка для женщины, артикул 199-050, цвет белый, размер 48, состав верх 100% хлопок, подкладка 100% хлопок. Честно скажу, эта юбка на мне села очень смешно, мы с мужем смеялись, потому что тут очень как бы узко, мало места оставлено на талию, талия нисколечко не тянется, и когда я вот прям все-таки утянулась и застегнула это все дело, оно у меня встало вот по всей талии вот такой вот гармошкой, и плюс длина такая, что такая длина всегда полнит, и получилось очень даже некрасиво.
Да, то есть сама юбочка, я ее видела на стройных, она очень здорово смотрится. Да, но как вы видите, стопроцентный хлопок она будет мяться, но опять-таки она очень симпатичная. Я попросила померить дочку свою. Конечно, на ней оно висит, но смотрится лучше и намного лучше, чем на мне. Сейчас на мне блузка с коротким рукавом для женщины. Артикул 198-807, цвет белый, размер 48, 60% хлопок, 40% полиэстер. А предыдущая блузка очень хорошо тянулась. Это не тянется вообще нисколько. И как вы видите, она очень сильно просвечивает. Да, ее носить только вот где-то. Ну, с собой вот на курорт ее взять очень здорово. Да, раз поносил, там два поносил. В принципе, качество хорошее, изумительное. Мне понравилось качество данной одежды. Но вот, как вы видите, все что-то просвечивает, просвечивает. Хотя вот тут вот горловина, мне очень нравится, чтобы когда нагибалась, ничего не выставлялось. Вот, но вот просвечивает чересчур сильно, конечно. И сзади, вот если я натягиваю руки, то, как вы видите, она мне не дает движения, свободы движения. А, сейчас на мне трикотажный джемпер с отделкой из кружева, с коротким рукавом для женщины. Артикул 198-825, цвет белый, размер 48, 60% хлопок, 100% полиэстер. Ну, как вы видите, она полностью просвечивает. Нижнее белье только балконет под нее. В принципе, кожа дышит, все нормально, я ей довольна, она не сильно мнется. Тут идут рукавчики с загибом, да, то есть этот загиб прошит, то есть они разгибаться не будут. Вот. Антирастяжечка вставлена сзади около шеи. Вот. И в принципе сзади она полностью простая, спереди она вот такая вот. Ну, отличный вариант на лето, также можно взять с собой. Сейчас на мне трикотажный джемпер с отделкой из кружева, с коротким рукавом для женщины. Цвет светло-розовый, размер 48, состав 60 хлопок, 40 полиэстер, артикул 198-34. Ну, что могу сказать, все мне нравится, все здорово, лифчик бюстгальтер, простите, только балконет. Вот, и только светленький или какой-то розовенький подтон, а остальное все просто великолепно. Вот смотрите, как оно просвечивает, отлично тянется, ткань не мнущаяся, великолепная, кожа дышит в ней. Такое чувство, что я вот, знаете, вот что первая блузка, что вторая, вот как будто я без них. Да, вот вообще не чувствую, вот в этой одежде вот очень комфортно. И сейчас на мне, скорее всего, это единственная неудачная модель из всего лета, да, из всей коллекции на лето. Это платье с длинным рукавом для женщины, артикул 198-753, цвет светло-розовый, размер 48, 100% вискоза. Я его себе приобрела, но что хочется сказать, я его оставляю себе, но в качестве домашнего халатика. Она понравилась очень сильно мужу, я буду ее носить с удовольствием летом в жару. И что еще хочется сказать, я в нем села провести один единственный вебинар, провела в нем вебинар, и у него растянулась и отвисла попа, и весь низ растянулся, то есть блузка этой серии сидит просто на мне просто великолепно, и она не тянется, не растягивается, а тут сразу же провисла попа после часового вебинара, ну полуторачасового, ну точно меньше 2 часов. Вот, поэтому выбор ваш, но это платье для меня только домашнее. Сейчас на мне блузка с длинным рукавом для женщины, артикул 199-032, цвет темно-синий, размер 48, состав 100% хлопок. Ну, блузка меня всем устраивает, отличная, великолепная, нормальная, но у меня почему-то не вошла грудь в нее. Вот именно что у этой блузки совершенно никак, я не могу вообще двигаться в ней, потому что, как вы видите, все сразу в натяжку и все сразу перетягивает. Вот, это единственный ее минус, потому что если я начну шевелиться, разговаривать, да, то есть плечи сразу же поднимаются вверх, потому что груди некуда деться. Все остальное просто классно, здорово, великолепно. Вот, рукавчики хорошенькие. Единственное, что ткань мнущаяся, ее надо будет хорошенько отпаривать. Но верхняя часть тела, ничего страшного, что она мнется, вы не будете в ней нигде сидеть, еще что-то, да, то есть все великолепно. Носиться будет с огромным комфортом. С вами была Кононова Аня, интернет-проект Faberlic Online, видеооператор Кононов Антон, я Кононова Анна.
что хочется сказать, о всей коллекции очень хорошее мнение, потому что коллекция дает надышаться телу, да, есть вещи, которые тянутся и не мнутся, есть вещи, которые наоборот мнутся. И, конечно же, самое важное, что мы с вами должны понимать, это лето, это жара, и нужно быть, чувствовать себя комфортно. Вот в этих вещах вы точно себя почувствуете комфортно, и большее количество вещей я, конечно, себе ставила, вот кроме белой юбки, в принципе, все остальное, вот эту вещь тоже, к сожалению, на возврат, она мне понравилась, я люблю в чем-нибудь темненьком вечером погулять, но вот, к сожалению, очень мне тесно, эта вещь не тянется. Вот, также хочется сказать о ценовой политике, она весьма недорогая, и самое, что интересное, это вещи на самом деле хорошего качества и реально недорогие. На мне были блузки за 1500, это минус 20% скидка. На мне были платья из серии, да, то есть тоже с 20% скидкой их можно заказать, да, то есть вот и так далее, да, то есть в принципе одежда очень даже недорогая. И очень даже приятно такую одежду на себя носить, на себя примерять и понимать, какого она хорошего качества. Вот на данный момент на мне блузочка идет весьма-весьма недорогая. Темно-синий, она стоит так, 48 размер, 2300 рублей. Это минус 20%. Антох, сколько это примерно по цене консультанта? 1900, да? Да. Да, 1900. Она стоит этих денег, действительно хорошее качество, нигде никакие ниточки не торчат, все безумно классно. Единственное, что вам нужно смотреть, как на вас вещь сядет. Вот на мне она села, как вы видите, плохо, и я понимаю, что если я закажу, к примеру, на размер больше, то будет очень жаль, но она на мне будет еще тут вот внизу сильнее болтаться, и рукава будут еще длиннее, и вообще там по ветру будут развиваться, да, то есть вот просто это, грубо говоря, это не моя модель, ну, я вот очень сожалею, что это не моя модель. В принципе, моделек очень много. Я снимала и комбинезон, и все такое прочее. И могу сказать, что они мне очень понравились, все вот эти вот модельки. Мы с Катериной тоже очень мало на возврат отправили вещей. И я очень мало тоже вещей на возврат отправляю. Все буду носить, потому что все легкое, приятное, дышащее. Вот еще суть-то в чем? Суть-то в том, чтобы облегчить нам вот эту вот жару. И, конечно же, вот такие данные вещи я очень часто покупаю на курортах, когда езжу, да, вот недавно мы были в Таиланде, полгода назад мы ездили в Доминикану, через 3 месяца, да, уже практически через 3 месяца мы летим в Турцию, из Турции мы летим в Сочи, потом из Сочи нам оплачивает компания поездку в Бали, да, то есть и получается, что вот все эти вещи, они как раз будут кстати все это время. Я их изношу с удовольствием. Ну что ж, с вами была Конова Аня. Всем пока-пока. Поболтать я люблю, не буду занимать ваше драгоценное время. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики, чтобы у вас всегда выходило оповещение о моих новых видео и обучающих вебинарах.